Поля Урмарского района облюбовал хлебный жук. Это выяснилось в процессе фитомониторинга, который ведут специалисты управления Россельхозцентра по Чувашии. Хлебный жук бывает нескольких видов, и самый вредный из них – жук Кузька. Впервые его заметили в Чувашии в 2006 году в Яльчикском и Шимушинском районах. Несколькими годами позже, уже в 4 муниципалитетах, его распространение достигло порогового уровня. В прошлом году в это время хлебный жук встречался аграрием нечасто. Лето выдалось прохладным, а насекомые любят тепло и спелые зерна. Жук за свой период, за свой жизненный цикл, уничтожает 9-10 колосьев. Жуки, они в основном сами живут недолго, где-то 1,5 месяца. И за это время они еще успевают откладывать около 50 яиц. Причем те зерна, которые он не съел, вредитель Кузька лапками выбивает из колоса, причиняя дополнительный ущерб. Особенно высока вредоносность в период цветения и формирования зерна. При 8-12 жуках на одном квадратном метре урожай яровой пшеницы уничтожается полностью. Жук Кузька обнаружен в Тегешевском сельском поселении на общей площади более 300 гектаров. Территорию обработали инсектицидами. Кроме того, специалисты рекомендуют в качестве дополнительной меры севооборот. В следующем сезоне сеять на этих полях не зерновые, а какие-нибудь технические культуры. В других муниципалитетах республики хлебные жуки не отметились.